15 марта, где-то в 4:30, в 4:30, позвонила дочь, что в их дом попала ракета. Дом загорелся. Она, ну, мы ей сказали, чтобы она оделась, взяла паспорт и текала. Потом она звонит, что дверь не открывается. Вот. А так как комендантский час, мы приехать к ней не могли, она живет отдельно.